Всем привет, я Артур Решетов, и это топ-шоу Ньюс, все самое интересное в мире шоу-бизнеса. Посмотрите на эти старые фотографии знаменитых красоток. Ни точеных скул, ни пухлых губ, ни выдающегося бюста. Может, это просто разные люди? А вот и нет. Просто с легкой руки пластического хирурга эти девушки преобразились до неузнаваемости. За последние несколько лет звезда Comedy Woman Екатерина Варнава заметно преобразилась. Артистка похудела, сменила прическу, стала носить цветные линзы. Однако поклонники подозревают, что Варнава также прибегла к услугам пластического хирурга. Длинный нос, который сама Екатерина называла «императорский носяра», стал более аккуратным и изящным. Скулы стали четче и выразительнее, а губы заметно подросли. Телеведущую Леру Кудрявцеву в тусовке называют «девушка без возраста». Сама звезда не скрывает, что ради молодости и красоты готова пройти самые болезненные процедуры. И пусть сама Лера не говорит о пластике, перемены во внешности сложно не заметить. Кудрявцева изменила форму носа, увеличила грудь на пару размеров, сделала контурную пластику скул и губ. А идеально гладкое лицо без намека на морщины говорит само за себя. С инъекциями красоты Лера на «ты». В популярности модели и экс-возлюбленной Тимати не последнюю роль сыграли успешные пластические операции. Алена Шишкова подогнала свою внешность под современные стандарты красоты и практически перестала быть похожей на себя прежнюю. Ринопластика, контурная пластика скул, увеличение губ. Натуральность груди Шишковой тоже под вопросом. По слухам, Алена дважды подкачивала бюст до и после родов. Невероятных размеров губы Светланы Лободы говорят сами за себя. Бывшая солистка Виагры – наглядный пример того, что лучший враг хорошего. Сегодня и без того немаленький рот Светланы выглядит просто огромным, а слишком рельефные скулы смотрятся неестественно. Певица, конечно, отрицает хирургическое вмешательство, утверждая, что вся эта красота – щедрый подарок природы. На любые подозрения в пластике Анна Хилькевич реагирует очень бурно. Таблоиды не раз писали о подросшем бюсте актрисы, новом аккуратном носике и соблазнительных пухлых губах, утверждая, что без хирургического вмешательства тут не обошлось. Анна непреклонна. В своем блоге она выложила фото-коллаж из старых и новых фото. Переубедить фанатов не удалось. Различия все равно налицо. На этом у меня все, ставь лайк и не забудь подписаться на мой канал, а также подписывайся на официальную страничку в социальной сети Instagram Top Show News и будь в курсе всего самого интересного в мире шоу-бизнеса. Пока!